жизни женщиной одной. Нас, как в первый миг свидания, не разлить водой. Вот и сицевая свадьба отшумела вся. И любовь, как в чудном храме, поселилась. Какая это нежность и боль, какая чистота вокруг. Мы связаны навеки с тобой, моя любимая и друг. Пусть годы пробегут, как вода, под парусом нам долго плыть. Нам только лишь бы вместе всегда, нам только лишь бы вместе быть. 10 лет совместной жизни женщиной одной, ненаглядной и любимой, грешной и святой. 10 розовая свадьба радость принесла. Наша дочка повзрослела, первый класс пошла. Какая это нежность и боль, какая чистота вокруг. Мы связаны навеки с тобой, моя любимая и друг. Пусть годы пробегут, как вода, под парусом нам долго плыть. Нам только лишь бы вместе всегда, нам только лишь бы вместе быть. 20 лет, 30 лет совместной жизни пожелаю всем. Дочка выросла и стала взрослою совсем. У нее растет малышка распригожая. На тебя, моя родная, так похожая. Какая это нежность и боль, какая чистота вокруг. Мы связаны навеки с тобой, моя любимая и друг. Пусть годы пробегут, как вода, под парусом нам долго плыть. Нам только лишь бы вместе всегда, нам только лишь бы вместе быть. Звездный завтрак на радио «Шансон». 10:07 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Настройка» на радио «Шансон». Леня Успенский, Таня Нестерова, Коля Пивненко. Все мы здесь. Плюс ко всему, рядом с нами, прямо сейчас, очаровательный, восхитительный, удивительный, душевный, а главное, что проснувшийся Сергей Любавин, участник нашего грандиозного танцевального события «Эх, разгулять 2014». Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно вновь в этой студии сидеть. Очень уютной, очень красивой. И беседовать с вами. И теплый, что немаловажно. Теплый. Да, по нынешним временам это очень хорошо. Итак, начнем с самого простого вопроса. Да. Завтрак. Как у вас проходит утро? Как вы завтракаете? Что, бутерброды? Или кашку какую-нибудь варите? Как семья принято? Обычно вот сейчас 7 дней вернулись только из тура. Это города Самара, Бузулук, Челябинск, еще сейчас не вспомню, Каменск-Уральский. Вот, и, естественно, у артиста какой завтрак? Да никакого обычно, потому что приезжаешь очень поздно в гостиницу, заселяешься. Так. Пока заселился, и до завтрака обычно там час остается, прилег, вот он уже и обед. И завтрак. Вот он уже и обед, да. Ну, кефирчик хотя бы. И поэтому, нет, ну, когда завтрак, вот какой стандартный в гостинице есть завтрак, так мы и кушаем. А там дома? Яичница, кашка. Дома. А дома... Вот сейчас проснулись, чем завтракали? Вот кофе только. И все? Кружку, да, и все. Спешили к нам. Так видимо, вы поешьте хоть что-нибудь. Так сейчас, вы же и приготовили. Мы приготовили. Я думаю, не я первый такой, который такой ответ дает. Поэтому тут все стоит. Кстати, а ведь все-таки у артистов уже есть, если вернуться к гастролям, некий такой райдер, да, где написано, вода такая, яблоки такие, мандарины такие. Вода такая, яблоки. Позавтракайте. Не то.
Ну, вот там яичница. Там коньяк сейчас как-то пролезла. Коньяк такой-то должен. Вот, нет, действительно, в райдере написано, но вопрос в том, что сейчас люди все очень вменяемые, сейчас ситуация такая, и поэтому никто, ну, наверное, только какие-то безумцы будут выставлять какой-то райдер звездный. Все очень конкретно, бутербродики, чаек, кофеек. И всем хорошо, всем прекрасно. То все никаких, счастливы. Никаких изысков нет. Никакого нет. Там дуриана, например, свежего или чего-нибудь. Или зеленые стены, чтобы были только исключительно. Это лишнее. Это лишнее. Друзья, не лишним будут ваши вопросы. Присылайте на 103.0 свои вопросы Сергею Любавину. Мы их обязательно озвучим, если они приличные, конечно же. Ждем, мы вернемся. Звездный завтрак на радио Шансон. 10 часов и 16 минут. Звездный завтрак. В гостях у нас замечательный артист Сергей Любавин. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Приходят от вас письма. Вот, кстати, приятное, должно понравиться Сергею. Вы зеркало и шоколад моей души. Ох, все ты. Ваши песни обожаю от души. Вот такое вот стихотворение пришло. Мы сейчас будем задавать свои вопросы, точнее, не свои. Это родственники Пруста нам прислали тоже в виде СМС. Блиц-опросник. Итак, первый вопрос. Отвечаем честно. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине? Наверное, нет таких качеств? Наверное, сила. 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 Сила духа. И сила воли. И сила воли, как в песне. А качество, которое вы больше всего цените в женщине? Нежность. Нежность. Приятно. Быстрый был ответ. Вы обратили меня сразу. Ваше любимое занятие? Любимое занятие? Да. Наверное, какое-то время пребывания и отдых, который я провожу обычно в бане с друзьями на рыбалке. В баню? В баню люблю, да. А есть баня какая-нибудь большая такая, своя? Все, работаем над этим, и, в принципе, я думаю, что и у моих друзей, у каждого по две, по три бани, поэтому... Так заберите одну. А? Заберите одну. Так и забрал уже. То есть, правильно понимаю, что зимой голышом снег, все как положено? Да, такой сибирский момент, и более того, подсадил весь коллектив, они у меня вообще не парились раньше, но дело в том, что... Простудные все заболевания, если потихонечку без дури подходить вот к этому процессу, не жаркая парилка сначала, какие-то прохладной водой обливания, потом уже жаркая парилка и уже в снег можно, это укрепляет стенки сосудов и вирусные вот эти все заболевания, да, они отскакивают. Никакая бала не возьмет. Отскакивают моментально. Мне кажется, моментально. Еще немного, и на Первом канале может появиться программа «Жить здорово» уже не с Еленой Малышевой, а с Сергеем Любавиным. Уже столько хороших, полезных советов. Если то, что бани касается, то всегда рады. Сергей, ваша главная черта? Всегда. Всегда. Угу, интересно. Хорошо, перейдем к другим вопросам. Ваши любимые литературные персонажи? О, да это вообще можно целую передачу, две посвятить. Ну, хотя бы тройку. Другая передача, бы тройку самых любимых. Это Павел Иванович Чичиков, это прежде всего. Это Тарас Бульба, как ни странно. Вот, и, наверное, это, ну, не знаю, нет, сейчас подумал, наверное, так будет выглядеть попсово. Булгакова вспомнил. Наверное, нет. Все-таки, наверное, Илья Муромец из русской народной сказки. О, это неожиданно. Ну, 33 года лежать на печи. Ничего не делать. Кстати, да. А вот меня вот это... А Чичиков почему-то? Никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что вот мой любимый литературный герой Чичиков. Это гениально. Это гениальное произведение. Я его перечитываю по много раз. И уже у меня семья вся, сын уже читает, смеется. Я просто... Раньше, когда ехал в метро, мне жена делала замечание, потому что я смеялся на весь вагон. Я ездил. Она говорит, ну перестань, хватит уже, подумаю, что вообще сумасшедшая. А, кстати, об этом произведении есть реальная документальная история, что человек сидел в Петропавловской крепости при царе, тысяча какой-то, не помню, далекий год, и у него на утро казнь. Вынесли уже вердикт и приговор. И надзиратель, начальник, вызывает начальника тюрьмы и говорит, что он с ума, наверное, сошел. Человек смеется просто истерически в камере. У него утром расстрел. Ну, с ума сошел, нормально. Начальник тюрьмы открывает камеру и видит смеющегося человека, который говорит: «Иван Иванович, вот как Гоголь Николай Васильевич писал, ну просто душа радуется, разворачивается». Вот так вот. Вот это уровень. Вот это уровень. Ну, а ваши любимые герои в реальной жизни? Любимый герой в реальной жизни? Да. Да сложно сказать. Политики, экономисты, актеры,
спортсмены. Сложно сказать. Сейчас, мне кажется, в России, ну, может быть, не время героев. Вот именно сейчас такой период. Потому что сейчас нужно просто, ну, на мой взгляд, вот я езжу по стране, смотрю, сейчас нужно просто трудиться, работать и создавать, благо, не какие-то общие, какие-то вот такие мифические для кого-то, а именно для своей семьи, для своего любимого человека, для своего ребенка. Вот сейчас у людей в России, на мой взгляд, именно вот такая задача должна быть, первоочередная. Когда это все состоится, и в обществе наступит стабильность, тогда мы будем придумывать себе героев, кумиров, появятся новые Печорины, появятся новые, ну, это... Хорошо, договорились. Так, я считаю, что Сергей в политику срочно еще надо. Нет. Убедительный человек, убедительный. Друзья, мы сейчас делаем перерыв, но потом обязательно вернемся. Краски, любовь и пастель. Старый мой друг Рафаэль, нежно касаясь рукой, рождает образ твой, жжет вероокие кисть. Слышишь, художник, смирись. Чудо, как Бог сотворил, и воскликнул он: о, Мадонна, моя любовь, чистая без конца. Не отжигай сердца, о, Мадонна, Донна, Мадонна, моя мечта. Вечная, как заря, Дева земная, Донна, Мадонна, как я люблю тебя. Васко де Гама не зря через седые моря в Индию шел за мечтой нежной, любимой и родной. Там, за далекой чертой, образ любви неземной видел моряк, образ женщины нежный твой, о, Мадонна. Завтрак на радио Шансон. В Москве 10... Ну, давай. Хором. 10:26 в Москве, это «Звездный завтрак», это утреннее шоу «Настройка», Лёня, Таня, Коля. По-прежнему с вами, и плюс ко всему с нами чудесный, доброжелательный, очаровательный, главное, в отличном настроении, Сергей Любавин. Доброе утро, Сергей, еще раз. Доброе утро, дорогие друзья, слушатели радио «Шансон». Мы решили продолжить с опросником Пруста, и мой любимый вопрос, Сергей: если не собой, кем бы хотелось быть? Наверное, я бы стал, вот я так думаю, ну так, по-честному. Ну, у меня есть и диплом, на самом деле, каким-нибудь, ну, журналистом такой, средней руки. Скорее всего. Печатный или телевизионный?
Нет, скорее всего, я вот человек пишущий сам. Ну и, в принципе, вот, наверное, может быть, от папы что-то передалось мне чуть-чуть. И в свое время печатался и в «Комсомолке», и в «АИФе», поэтому, ну, я думаю, что, наверное, вот это. Но не затянуло, вот... Это есть... называется «Какие ваши годы?» Может, еще придете к этому? Ну, может быть, да, лет. Напишите, может быть, что-нибудь, да. Хорошо, Сергей, а где бы вам хотелось жить? Мне бы хотелось жить в лесу на берегу красивого озера какого-нибудь. Ну, вот так вот. Безотносительно совершенно. Потому что у нас такая страна, красивейшие места в России, сумасшедшие, на Урале, на Дальнем Востоке, в Сибири, на моей родине, тем более. Но вот просто... как бы такая мечта, чтобы это была природа. Отшельником? Чтобы была... Нет, почему-то же жену возьму на всякий случай. Вот сын вырос уже, он там сам по себе. Ну, в принципе, ну, как, какая-то вот совершенно ненавязчивая вот такая тема, чтобы такая простая жизнь именно сам быт. Вот, угу. Чтобы баня была, чтобы... Ну, понятно, так. И охота. Ну, а каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение? Пороком? Угу. Я бы ответил так, то есть долгая работа с коллективом, у меня большой достаточно коллектив, там до 12 человек доходит. Ого. Вот, и разные виды я проходил вот этих всех пороков и всего прочего. Я терпим, в принципе, ко всем, подчеркиваю, кроме прямого такого предательства. Угу. Вот если вот такое есть, это я не прощаю никогда и никогда не прощу. Остальные, это все человеческие слабости. Достоевский сказал же, человек есть ложь, и нужно это понимать, как-то его прощать, к этому относиться очень снисходительно, но до определенной как бы степени, насколько тебе хватает именно твоя душа и твое сердце, насколько это выдерживает. Если нет, тогда нет. Но я так понимаю, что следующий мой вопрос, в общем-то, ответ на него я заранее знаю. К чему вы испытываете отвращение, видимо? Предательство? Ну да, видимо. Это, наверное, самый такой нехороший. Булгаков там подчеркивал это в своем небезызвестном произведении. Но это, наверное, самое такое как бы вот в человеческой жизни. Потому что все остальное... Можно оно, понять и простить. Можно как-то понять, да, на каком-то уровне, да. Хотя тоже с натяжкой, но... А вас вообще часто предавали? Нет. И более того, многие люди, которые работали эти годы, там 20 уже с лишним лет в моем коллективе, мы до сих пор дружим, общаемся, встречаемся, созваниваемся. Вот это я как бы выдаю в себе в такую маленькую заслугу, что все-таки я сумел, несмотря на то, что люди ушли по разным причинам, иногда и не очень хорошо мы расставались, но мы сохранили какие-то отношения без каких-то, знаете, обрубаний там канатов и всего обошлось. Сергей, ну и последний вопрос, на котором настаивает Пруст. По шкале из 10, насколько счастливым вы себя чувствуете сегодня, вот в данный момент, прямо сейчас? Прямо сейчас абсолютно счастливым в этой замечательной студии. Я знаю, что «Шансон» — такая радиостанция, она охватывает огромное количество городов. Мы в них были, мы в них бывали, мы в них будем. И всегда огромный респект. Всегда «Шансон» идет навстречу и сами приглашают на эфир. И никогда даже в ущерб сну, в ущерб обеду я всегда еду на этот эфир. Вот. И с удовольствием общаюсь с ведущими, с удовольствием общаюсь с нашей аудиторией шансонной, с людьми, которые живут в городах. Мне это доставляет огромное удовольствие, почему бы нет. И вы счастливы. Да, за это вам большое спасибо, но... Да, большое спасибо, но пока не до свидания. С Сергеем мы обязательно вернемся совсем скоро. Звездный завтрак на радио «Шансон». 10:34 в столице. Звездный завтрак. Сергей Любавин сегодня у нас в гостях. Не могу не прочитать сообщение, которое пришло. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам за творчество. Люблю все ваши песни. Ответьте, пожалуйста, не собираетесь ли вы на Алтай хотя бы летом, на фестиваль Евдокимова или на Шукшинские дни? С концертом. Спасибо. Вот. Длительное время, когда Михаил Сергеевич был жив, он приглашал, и я с удовольствием приезжал туда. Но также и после его ухода несколько раз я был. Но вот сейчас вот такой какой-то перерыв у меня, где-то, может быть, 3-4 года я не был. Но я очень хочу. Я очень хочу съездить. И плюс к тому, что друзья меня просят, говорят, Сергей, они на юге живут, говорят, ну, попса.
Говорит, когда ты нам Алтай это покажешь в полной мере, вообще вот эти вот по-настоящему, да. Сибирские реки там, там, я говорю, да с удовольствием съездим. Просто нужно выбрать время, организовать все. Но я очень хочу это сделать, на самом деле, съездить и на Алтай, вот, и, может быть, на Байкал, и вот как бы именно отдыхать, не с гастролями, а отдых. А вот про гастроли мы как раз-таки сейчас и вспомним, потому что вот спрашивали про концерты, когда, когда. Мы знаем совершенно точно две даты, когда Сергей Любавин выйдет на сцену. Это 15 ноября в Олимпийском в Москве и 16 ноября в Ледовом в Петербурге. Точно. И это вот крайняя песня будет «Свадьбы», представлена на этой большой сцене. И про эту песню очень интересно. Я очень сильно поразился, когда на концертах во всех городах, без исключения, выходишь на сцену и спрашиваешь: скажите, пожалуйста, год совместной жизни – это какая свадьба? Все отвечают: 10 лет совместной жизни – это какая свадьба? Все знают, розовая, все 20 лет совместной жизни. Честно говоря, когда я писал эту песню сам, я заглядывал в словарик, я смотрел, потому что я не владею. Но люди наши, вот, особенно в глубинке, они знают традиции, вот эти вот, и это очень приятно. И они с удовольствием вместе со мной подпевают, танцуют под эту песню. И, ну, что-то, наверное, вот в этом есть, вот в такой вот культуре, в традициях именно вот этих обрядовых, свадебных. Угу, отлично. Вот смотрите, давайте все-таки вернемся к нашему «Эх, разгуляют» 15-го, напомню, в Олимпийском, 16-го в Ледовом в Петербурге. Вот скажите, Сергей, помните ли вы ваш первый выход на «Эх, разгуляй»? Да, если так припомнить, по-моему, если не ошибаюсь, это была песня «Караван». Вот, тоже такая веселая, зажигательная песня. Ну, и вообще, как любой разгуляй, это праздник. Это всегда прекрасно, то, что такое большое количество людей собирается. И неожиданный формат придумали, потому что, казалось бы, может быть, в 90-е годы, что под шансон вообще танцевать невозможно, в принципе. Потому что это такая настоящая суровая лирика. Да. Это где-то сигарета, там, рюмка чая и сидеть курить. Нет, ничего подобного. Танцпол, пожалуйста, все артисты выходят. Вот эти выдают свои такие танцевальные хиты, народ с удовольствием танцует, еще по ходу вспоминает, что же у них в жизни такого было. Кто-то одну свадьбу, кто-то пятую свадьбу в своей жизни. Ну, тоже бывает же и такое, правильно? А вообще, вот первое выступление, когда в жизни было, вот когда было больше, скажем, двух человек, и вы их не знаете, был страх какой-то? Страх был, это как раз была моя вся семья в сборе. Это больше двух человек, вот, и это настолько ответственно. Там сидел папа писатель, мама учитель литературы, и Сергей, ну, говорит, ну-ка покажи. И брат музыкант профессиональный, который, и я там первые свои песни, аккорды запинаясь, там, потея и все прочее. Вот это был такой главный урок в моей жизни, когда мне сказали: ну ничего, ну работать надо. Что там у вас-то? И вот так вот пошло. Дело пошло, да. А, Сереж, а был такой момент, когда кто-то из коллег по цеху подошел и впервые похвалил, и было приятно, прям запомнилось. Первый комплимент такой творческий, профессиональный. От метров. От кого было? От метров. Меня вот Жека всегда хвалит, я не знаю, это Евгений Григорьев. Говорит: Любавин, вообще, какой ты вообще красавец, там все прочее. Ну, я не знаю, нет, у нас это самое, все это... Очень уважаю Жеку и все прочее. На самом деле, когда это идет от чистого сердца, то, в принципе, это и так и принимается. То есть это самый главный комплимент, это комплимент от коллег. Но больше всего я не люблю комплименты, которые зачастую, может быть, они там не со мной, не с моими коллегами. Но ведь 5 декабря у Сергея будет большой сольный концерт. Это правда? Забыл, да, но... Но напомнит мне продюсер. Такая... Вот, действительно, 5 декабря в концертном зале «Космос» в Москве, у нас не так часто проходит в столице, именно в Москве, в Питере почему-то чаще, но вот такой подарок будет, и замечательный концерт, очень много сюрпризов, готовим мы какие-то интересные, необычные вещи, и потому всех москвичей, всех женщин, берите своих мужчин, 5 декабря приходите на концерт в концертный зал «Космос» и зажжем по полной вместе. Тем более, что ходит легенда, что когда открывался «Космос», вся гостиница, там пел Джо Дассен. Так что такое освещенное место. Это же наш прямой, как бы, хотел сказать, потомок. Да, да. Ничего опять, это не то, предок, да. Предок шансонный. Приходите. Такой, приходите. Динозавр шансона. Да. 5 декабря не забудьте посетить концерт в «Космосе», а мы вернемся совсем скоро.
«Звездный завтрак» на радио «Шансон». 10 часов 47 минут в российской столице. В «Звездном завтраке» сегодня артист Сергей Любавин. Артист большой буквы. И следующий вопрос. Во многих интервью вы, естественно, вам задают вопросы про женщин, и вы отвечаете про женщин. А я тут еще услышал сегодня, и Гоголь прозвучал, а значит, и Некрасов существует, да, который тоже писал про женщин. По-любому. Вы его вспоминали. Так вот, вопрос такой. Какие понятия вы вкладываете в образ российской, русской женщины? Кто она? Перед одной песней в моем репертуаре очень известной, я всегда говорю эти слова, что нисколько не лукавя, что российская женщина – это самая прекрасная женщина вообще в мире. То есть когда-то очень давно был создан образ вот французской якобы красавицы, потом японской, что якобы там самая красивая. Ничего подобного. Я говорю всегда, вы знаете, мы были в Америке очень долго, когда-то целый месяц гастролировали, и на сцене миллениума стоишь и мужским взглядом охватываешь аудиторию очагами нашей иммигрантки. Вот, потому смешные совершенно в каком-то городе европейском мы с другом, с басистом поспорили, кто первый увидит красивую женщину. Вот, серьезно, это был такой серьезный реальный случай, мы ходили минут 40. Ни одной? Нет, увидели женщину, к ней, ну, такую молодую девушку, к ней подходит мужчина, много старше ее, и она на чисто хохлядском языке ему выдает там что-то, ты где был там и все прочее. А где ты был? Да. Дорогие. Сергей, я тут прочитал, что когда-то давным-давно еще одна русская женщина, Анастасия Волочкова, должна была сняться у вас в клипе. Но не снялась. Ну, проект был такой, да. Ну, может быть, к счастью. Вот я почему и спрашиваю. Вот сегодня после всех этих Мальдив и саун пригласили бы уже ее? Или... Сложный вопрос. Это же, вы понимаете, это как... Вот есть момент, есть время, есть какое-то желание с кем-то, допустим, спеть в дуэте или с кем-то, кого-то пригласить снять в клип. Потом что-то меняется. Не потому, что там Настя стала там какая-то плохая или что-то такое. Ну... или мы там все сильно. Просто поменялась ситуация, поменялось время. И поменялись, может быть, желания и какие-то вот устремления. Вот в этом дело все. На самом деле. Друзья, мы сейчас делаем перерыв. У нас опять уход на рекламу. Но мы вернемся. И, кстати, когда вернемся, кому-то вручим 2 билета на их «Разгуляй». Мы с тобою перелетные птицы, от столицы все кочуем к столице. Может, сказкам суждено уже сбыться или встретиться. Ты все лучшее, что было когда-то, все, что связано с тобой, стало свято. Ты за всех недолюбивших расплата абсолютная. А что же я? Люблю тебя, давно смотрю, глаза твои родная. А что же ты? А ты волшебные мечты, планета красоты, все это ты. Расскажи, ну как дела в жизни личной? Красотой спасаешь мир, как обычно. Восхищение кто-то дарит привычно, лично, и цветы. Хорошейте и друг с другом встречайтесь, и прохожим иногда улыбайтесь. Не прощайтесь, никогда не прощайтесь. Жизнь так коротка. А что же я? А я давно люблю тебя. Давно смотрю в глаза твои, родная. А что же ты? А ты волшебные мечты, планета красоты, все это ты. А что же я? А я давно люблю тебя.
давно смотрю в глаза твои, родная. А что же ты? А ты волшебные мечты, планета красоты, все это ты. Планета красоты, все это ты. Все это ты. Звездный завтрак на радио Шансон. 10.54, по-прежнему «Звездный завтрак» с Сергеем Любавиным. И следующий такой мужской вопрос, между прочим. Как известно, мужчину украшают шрамы. У вас имеется такой очень известный шрам. Говорят, что как-то с медведем он связан. Это правда? Это история. Охота? История умалчивает, но я охотился. Сейчас примерно лет 15 вообще уже ружье в руки не беру. Так. Но раньше очень серьезно охотился. Это были и медведи, и лоси, и прочее такая вот. Но сейчас мне просто жалко. Да? Я сейчас смотрю с удовольствием вот это BBC, каналы вот эти вот Nat Geo Wild, Animals, вот эти все. И такое удовольствие получаю просто. Именно наблюдать за живой природой на большом экране, но именно только наблюдать как... То есть вы антиохотник? Как художнику, да. Ну, не пусть стоит. Живут, не пусть стоит, живут. Да. Угу. Мы читаем сообщения, которые приходят, вернее, вопросы, которые приходят. Вот поговорили сейчас за кадром о кулинарных способностях тут Сергея. Такая фантастика, да. И тут нам пишет Ольга из Красноярска. Ну как же так? У вас такие кулинарные способности, и вы не заморачиваетесь завтраками. Ведь сам Бог велел, наверное, там творить каждый день. По выходным хотя бы что-то бывает такое, удивляете? Но я настаиваю на возвращении в лоно, то, что называется, именно русской кухни. Мы сейчас говорили об этом. Mm-hmm. А все-таки русская кухня – это не какая-то... Это способ приготовления, а не набор ингредиентов. Так вот, способ приготовления – это есть такое сооружение, которое 1000 лет назад придумали наши предки – русская печь. Вот в ней что-то готовить – это замечательно просто. Начиная от рыбы, мяса, борщ и заканчивая пироги, каша, там все. Вот там готовится все уникально. И я думаю, что вот от таких блюд ни один... Ни один иностранный турист бы никогда в жизни не отказался. Да, ни один русский не откажется. У меня аж слюни потекли. Вообще это. И такие сумасшедшие рецепты. Надо вот к этому возвращаться, вот к истокам. Я на этом настаиваю. Точно так же, как возрождать баню, возрождать вот русскую кухню. Вот это нужно нам сейчас. Это пусть будет национальной идеей такой, параллельно с прочими другими. Угу. Вот такая национальная идея от Любавина. Да, друзья, время поджимает. Пришло время, наверное, найти человека, который прислал самый интересный вопрос. Озвучь его. Сергей, ваш любимый певец из советского периода. Из советского периода? Вот сложный очень вопрос, потому что их несколько, их много. Ну, наверное, это Валерий Ободзинский, естественно, и... Очень мне нравилась группа «Песнеры». Вот меня брат просто подсадил на нее. Это сейчас, даже сейчас, по настоящим временам, смотришь 70-х годов их диски, вот какие там аранжировки, какие сумасшедшие просто инструменты вот народные они включали. Вот это вот действительно настоящая была уникальная такая творческая группа вот, у нас. То есть они никому не подражали ни року, ни Америке, ни Европе. Делали самобытно что-то свое на основе вот этого народного материала, который был в Беларуси. Я должен сказать, что Полу Маккартни тоже группа «Песнеры» нравилась. Это известный факт. Так что вот хорошая компания. Конечно, потому что это вот действительно уникально. И это есть что послушать. Это, помните, я помню очень хорошо, интервью давал Николай Носков. Он говорит, вот они нас там собрали и говорят, ну давайте, они там мы роком, тым-тым-тым, в Америке. Американцы говорят, да у нас этого вообще полно, он в каждом пабе играет. А вы что-нибудь свое? И говорит, когда мы запели просто романс, ну какой-то там, я не знаю, «Выхожу один я на дорогу» или там «Очи черные», они все, вот, да. Рты-то пооткрывались. Они все сказали, это да. Это, для них это просто для искушенных музыкантов, для избалованных вот этой всей гурманов вот этой музыкой, для них что-то необычное и очень красивое, очень качественно сделанное. Это супер. Ну что, Елене отправляются 2 билета на «Эх, разгуляй». Мы вас поздравляем, Лена.
И напомним. 15 ноября в Олимпийском прогремит этот танцевальный праздник. Приглашаем всех еще раз на замечательное это танцевальное событие. Сергей, спасибо вам огромное. Вы прекрасны, вы очаровательны, вы замечательны. Я считаю, что у нас получилось чудесное утреннее интервью. Нам понравилось. Да, спасибо огромное. Сейчас вот самолет на Дальний Восток, уже Благовещенск, Хабаровск ждут. И дальше, 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 дальше. И приглашайте, всегда найдем маленький такой зазорчик в графике. Все. Обязательно приедем. Спасибо. Спасибо. Прощаемся. Спасибо. До понедельника. Счастливо. Пока.